В Алматы многодетная семья дворника, живущая в подвале одной из многоэтажек, просит помощи. Недавно у супружеской пары родилась тройня, а в подземном этаже нет никаких удобств для ухода за новорожденными. Глава семейства работает дворником, но зарплаты в 70 тысяч тенге не хватает на содержание семьи и аренду квартиры с хорошими условиями. Поэтому супруги надеются на поддержку неравнодушных казахстанцев. Хочу поблагодарить неравнодушных людей. Конечно, мне неудобно просить помощь у незнакомых. Я же все-таки мужчина, мне стыдно. Каждый день работаю, подметаю двор, чтобы обеспечить свою семью. Сейчас мать малышей находится в городском перинатальном центре. Туда женщина поступила, будучи зараженной коронавирусом. Сейчас она проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Состояние маленьких пациентов стабильное. Более подробно об истории многодетной семьи и о том, как им помочь, расскажем в итоговом выпуске новостей.